Canon PowerShot G9. Замена вспышки. Для начала фотоаппарат необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике Canon PowerShot G9 разбор. Классические причины неисправности вспышки – механические повреждения, разбитие лампы и попадание влаги. Открываем крышку батарейного отсека и отсоединяем шлейфы объектива. Закрываем крышку батарейного отсека и откручиваем оставшиеся винты. Пинцетом снимаем металлическую рамку и отсоединяем шлейфы от вспышки. Откручиваем последний винт и пальцами извлекаем вспышку. Вставляем объектив и укладываем новую вспышку. Закрепляем объектив винтом. Вставляем шлейфы вспышки. Затем укладываем металлическую рамку и фиксируем ее винтами. Все, вспышка заменена.